Эй, колокольчик! Что тебе? К чему привязана твоя нить? Я предпочитаю не говорить об этом. Я хочу узнать это. Это не твое дело. Меня не остановишь. Динь-динь-динь, тут нужна помощь. Отцепите этого ласика от меня. Воу, колокольчика? Что за шум? Ласик забирается по моей нити, мне это не нравится. У тебя есть нить? Оу, я раньше этого не замечала. Что наверху? Лай, это не важно. Я нашла себе новое приключение. Динь-дон, динь-дон. Кто-нибудь спустите этих пылесов вниз. Я определенно могу врезать этим пылесам, если хочешь. Боже, спасибо, снежный шар. Я знала, что найду хоть кого-нибудь. Как только ты позволишь мне забраться вверх. Вы, должно быть, шутите. Камень, ножницы, бумага. О, я проиграла. Что ж, похоже на то, что у меня полоса везения. Мне можно к вам? Конечно, а ты знаешь, как играть? Еще нет. Это ничего. Стейпи. Маркер, просто сделай свои руки камень, ножницы или бумагу. И тот, кто тихонько выпустит больше всего воздуха, выигрывает. Что-то это звучит не очень. О, ну же, Маркер, просто давай начнем играть. Камень, ножницы, бумага. Маркер, ты что, показываешь пальцем? Это незаконный ход. Давай сначала. Камень, ножницы, бумага. Теперь ты выдал домик. Так нельзя. Камень, ножницы, бумага. Вот ты додекадр. Только не говори мне, что ты выдал гекатоникосахор. Камень, ножницы, бумага. Маркер? А, о нет. Только не говори мне, что... Маркер, ты только что выдал... Только не смей мне говорить. Ты выдал 4. Воу, вау, вау. О, мой художник. Давайте начнем тормоз на хлопьях. Команда Льдинка, вы проиграли в прошлый раз. Притащите свои ноги сюда. Пончик, куда делась твоя команда? Они лезут по колокольчику. Я нахожу это неуважительным в ее сторону. Спасибо, Пончик. В твоей логике нет дырочки. Пш, ну ты и зануда, Пончик. Да! Вау! 4 сказал, что мы получили 2254 голоса. Я имел в виду, мы получили 2255 голосов. Оу, Хэй 4, я должен тебе кое-что сказать. Забыл сыграть мелодию для Тартана Кану в прошлый раз. Взамен ты должен сыграть ее заново. Окей, я знаю, что один из нас с наибольшим количеством голосов будет исключен, но кто остается? Льдинка! А? Это не имеет никакого смысла. Льдинка в команде, а мы не под исключением. 4 имел в виду, что бомбочка остается. И рвотный мешок. И гвоздик. И огонек младший. И губик. И пончик. Люблю торт. Перевод. Остались браслетик и желатин. Поторопись уже и скажи кто. Оу, я ненавижу свой новый голос. Желатин выживает. Оу, да, я обещаю больше не бросаться вилками. Браслетик вылетает. Стоять, ее зовут не Колечко? Кто бы говорил? Стоять! Льдинкины шансы победить только что увеличились! О да, вперед, Льдинка! Ура! Льдинка, ты мой идол, я люблю тебя! Ура! Я так счастлива, я серьезно надеюсь, что ты выиграешь! Все, пойду, Льдинка, ты выиграешь! Вау, браслетик сильно ушла. Это очевидно, что ей было все равно, но то, что другие думали о ней. Молния, ты можешь меня жахнуть? Стоять, ты хочешь быть жахнутой? От этого электричество придется по моей нити и сбросить этих альпинистов. Ну, если ты хочешь...
Это самая большая жах-цепь, которую я когда-либо видел. Аналогично, йоу. Сегодняшний эпизод очень особенный. А почему? Это четвертый эпизод. Преобразуйте меня из статуи или в виде рисунка, или как вашей душе угодно. На все про все у вас 15 минут. Начали! Хорошо сделано. Вам не нужно излишеств, чтобы сделать спирт для глаз. Скорее всего, Тако не нужно быть убитой, чтобы она пала в моих глазах. Ха-ха-ха, правда всегда такая смешная. Какого фига? Это было настолько плохо? Команда слезы уже закончила. Ребята, давайте не будем терять время. Это так хорошо, что мы слушаемся восьмого. Эй, черная дыра, ты не думаешь, что сможешь? Дай-ка я угадаю. Сделать за меня все испытание? Ты не можешь просто включать свой шариковый мозг и каждый раз спрашивать у него решение. Настоящие победители для начала все изучают. Если у тебя есть проблема, спроси черную дыру. Черная дыра, ты умеешь рисовать? Нет, но я могу сформировать кольцо сильнозажатого газа, известного как аккреционный диск. А нет, что это? Я думаю, что ее репеллент оказался совсем не репеллентом. Это не я ничего не трогал. Отличное тортообразование, бипстеры. Интересно, как вы это сделали? О, великий мастер готовки Давид. Мне жаль, что наш торт не подходит стандартам твоего кодекса здравоохранения. Какая мерзость! Кого хочет сделать торт без посыпки? Просто отлично! Эй, четыре! Мы готовы показать тебе наш... Командная бесплатная еда представляет самый горячий образ этого года. Эй, четыре, положи свой взор на это. Это твой новый вид. Он сделан из всякого мусора, который тут валялся. Хитроумно и хорошо. Команда Пакт Смерти, что мы будем делать? Если кто-то из нас уйдет, нас не хватит для блокирования вилок. Четыре поджарит нас. Стоять! Черная дыра может засосать вилки. Черная дыра не славится своим слухом. Нам крышка. Иди и скажи ему. Что? Но кто тогда будет блокировать вилки? Я, вы все идите. Но нет. Хватит и одного из нас, чтобы сказать черной дыре. Мы в лимите, если один из нас уйдет, то мы все умрем мучительной смертью. Подушка, ты, наверное, шутишь. Просто идите. Ладно, ты можешь прекратить перебивать? Вперед! Что ты думаешь о ролевых играх? Кто-то не очень. Люди, время истекает. Гвоздный мяч, мы просто выполняем приказания. Ты можешь это сделать? Ты можешь засосать те вилки? Ладно, я в деле. Вот бумага, а вот и маркеры, а вот и вилки. Давай вниз, вверх, вверх, вниз, вправо, влево, влево, вправо, вниз, вверх, вверх, вниз. Держись, подушка. Предельтельство. Я в чем? Готово. Нить колокольчика. Даже не знаю, что сказать. Я уверен, что это самая лучшая работа, ведь так, ребята? А, нет, все должно было закончиться не так. Эта работа самая худшая из всех.
Команда лучшая именем, время вышло. Если у вас получилось лучше, чем у Пакта Смерти, тогда вы в безопасности. Если нет, то вы будете под исключением. Звание, которое другое натянуто, выигрывает. Пакт Смерти, один из вас покинет это шоу. Это не совсем Пакт Смерти, не так ли? Это акроним. Что у них лучше, чем у нас? Все хорошо. Я все равно никогда не любил папье-маше. Мы почти проиграли, это плохо. Мы почти победили, это хорошо. Нет, мы чуть ли не проиграли, это моя вина. Восьмой, ты, оказывается, не являешься бесполезным тупым роботом? Спасибо. Я думаю, что я помогал тебе. Что? Все, что я сказал, было в саркастическом тоне. Я хотел добавить немного юмора, чтобы поднять на команде настроение. У меня нет любимого числа. О, восьмой, видите, ребята? Ты что-то слышал? Да, звучит как кто-то, кто не уважает других. Я не хочу не уважать Травика. Ребята, даже сам восьмой сказал. Почему ты говоришь? Ты же машина. Голосуйте в комментариях, вставляя буквы тех, кто заслужил исключение в квадратные скобки. Тот, кто получит больше всего голосов, покинет это шоу. Эй, Слеза, даже если моя история будет тебе неинтересна, я ее все же расскажу. Все началось с того, как я была совсем маленькой. Ну, ты знаешь, яйцом в яйце. Яйцепция, так сказать. Там было очень уютно, и тогда я узнала, что была довольна. У меня было все, что нужно. Мне не надо было просить больше. Зачем кричать? Зачем вообще говорить? Как ты видишь, я, как маленькое яйцо, никогда не разговаривала. И бла-бла-бла.